кто-то где-то слышал, что вот там создается отряд для участия в боевых действиях в Карабахе. И люди приходили сами. Это как раз то, через чего переступить ты не можешь. То есть от проблем убежишь, а от себя не убежишь. Я считаю, что это так. В данный момент вот это так со мной и произошло. Я не знаю почему. И много ребят таких, которых я там встретил, тоже именно с этой мыслью пришли туда. Потому что по-другому поступить просто невозможно было. Просто невозможно было. Fakt edir ki, Azərbaycanda, Xocalıda fevralın 25-dən idmanısına keçən gecə belə bir hadisə, belə bir vəhşilik adlandırmaq olunur onu. Məni heç nə orada saxlaya bilməzdə. Bu cür vəhşilik, o körpə uşaqlar, yaşlı qadınlar, qoca kişilər ki, bunu hökmən nə yolla olursa olsun, biz bu qanı yerdə qoymamalıyıq. Kim ata zvaldır, kim? Кто пошел добровольцем? Я глубоко убежден, это были лучшие сыны азербайджанского народа. Лучшие. Несмотря на то, что я понимаю, что это такое война, что можно и умереть можно, и так далее, и, я не знаю, и инвалидом можно по всей жизни остаться, и семьи можно лишиться, и друзей потерять, и все прелести в этой жизни можно оставить там. Но опять-таки я знал, что я делаю, я знал, что если я не сделаю этого шага, то по жизни мне будет тяжело потом идти. Я все время буду сталкиваться с этой проблемой. Она постоянно будет стоять передо мной. Она постоянно будет меня сверлить, она постоянно будет мне мешать. То есть она не даст мне спокойно жить. Но в тот период, период 92 года, патриотизм, то есть вот эта волна веры, волна того, что я обязан, я как гражданин обязан, Азербайджан обязан участвовать, была очень сильная. Вера в то, что они должны, что это правильно, что каждый человек должен защищать с оружием в руках. Был выбор между семьей и войной, я выбрал войну. Я не думаю. То есть это вера, это убеждение, которые не смогут, да, меня сломать. Я знаю, по какому пути я должен идти. Я знаю, если я сверну этого пути, то я... Это... Ну, я не смогу так идти, все. Деден торпаклар, деден районлар, деден кентлар, бунлар хамсы бизим. Yani biz... Haqq işində, biz əzalət işində, bizi burada Bakıda saxlamağın adı yoxdur, bizi aparmağa. Чем побеждает этот процесс? Прежде всего, это вера в правоту своих действий. Вера в правильность и в необходимость полученного тобой приказа. Qorxuş kim deyirsə, yoxsa yalan deyir. Qorxu hamı da var, hamı yaşamaq istəyir, amma ki, sən ki, istəyir rotada olsun, istəyir uzotda olsun, istəyir atrətdə olsun ki, hiss edirsən ki, səndən başqa obuslər də sənin kimdir. Amma bir məqsəd var ki, biz gəlmişik, gəldiyimiz işi də başa çatdırmalıyıq məqsədiyyətlə. Onda daraq çəkilməyin yeri yoxdur. Onlarla bərabər, onlar sənə paddeşka verir, sən onlara paddeşka verirsən, o hissi, o qorxu hissini götürürsən. Перед боем, естественно, это чувство мандража, оно присутствует первые 5-10 минут, оно, как правило, как перед боем, как перед схваткой, как везде, даже под доступлением враг, то же самое происходит, вот это чувство мандража. А потом это проходит уже более-менее расслабленно. И если на секунду там испугаться, я не знаю, может быть, существует такая аура, которая тебя оберегает. И если ты сдашься сам внутренне, обязательно ты будешь или ранен, или убит. Один из эпизодов, когда он вышел в дуэли с армянским танком. Но там, скорее, я скажу, больше мое, это профессиональное мнение, это больше было это, азарт, мальчишество, может быть, какое-то. Вот это вот желание доказать противнику то, что мы можем, мы вас не боимся, и тебя лично конкретно я не боюсь. Они вышли, два танка наши армянские, на дуэль.
напрямую дуэль, и Малику удалось подбить этот танк. И что? Ну, с экипажем, естественно. Ну, вот как он преодолевал свой страх? Никаких специальных супер там рецептов, каких-то моментов нет. Просто вот это чувство, опять-таки, то, что есть такая фраза. Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда? Что люди воевали, а потом приходит и ему нагло в лицо заявляют, что не воевал ты, и все. Вот у меня реальный случай, у нас танкист Аслан. Он ожоги там получил от первой до третьей степени, то есть практически весь обгорел. Практически весь обгорел в танке. Мало того, что у него справка о ранении есть, конечно, но на основе вот этой самой книжки, которую государство должно выдать. Этот человек, я не знаю, не упал в какой-то чан со смолой, а именно получил тяжелое ранение в момент боевой операции. И он спасал там десятки тысяч жизней. Танковый удар — это довольно-таки мощная сила. Сейчас со стороны государства его, он засчитал-то это государство. Оно не может дать ему эту сильную книжку, потому что он в списках, видите ли, его нет. Целого батальона нет в списках. На 96-ci ildə onura sünündən ağır operasiya keçirmişəm. O operasiyadan sonra məndə düzün deyim ki, ruh düşkünlüyü yaranmışdı. Yəni ki, o atmosferin ki, var idi qıraqdan, belə təsəvvür yaranır ki, nə isə mən özüm üçün deyirəm, elə bir ki, mən onu sinəmə döymürəm, yenə deyirəm, bilənlər bilir, heç bugünə kimi döyməmişim, bundan sonra döymə fikrim də yoxdur. No, atmosferin də belə alınır ki, kaput da mən haradasa, deyək mi, bazarda mı, ya həyət evində, boşun, bir işlə məşğul olanda belə götürək, pul qazananı mən bu vəziyyətə düşünürəm. Yəni, müvəqqətin məndə elə bir ruh düşkünlüyü yaranmışdır və mən hansı yollansa olursa olsun, özüm də düşürdüm, силовых бугалардан тархис олынмак фикрим бар иде. Поражает отношение к тем, кто воевал. Создается твердое убеждение, что фронтовики раздражают большую часть населения. Почему? Вот эта мирная жизнь, это и самый настоящий ад. Аллилана Албар Ахмет Арасан. А нам достался ад. Вот самый настоящий. Со всеми этими отношениями, со всеми этими взглядами на нас, со всеми этими бюрократическими препонами, со всеми этими. Бог его знает, чего только нет. Фронтовик приходит к тому или иному чиновнику, и этот чиновник говорит, а что ты хочешь от меня? Я тебя туда посылал. Что может быть подлее этого? Ведь это, вот такую фразу может сказать только враг государства, нации, родины. Они сводят все, я не знаю, к каким-то деньгам все это. Это очень психологический такой фактор, который влияет и раздражает, не только и раздражает, готов разорвать себя просто изнутри. Если я заслужил там 6 соток земли, то будьте добры, дайте мне. Когда они говорят, мы бы тебе дали, но ты должен принести взятку. Он стоит и думает, а надо ли мне было защищать эту землю, которую я потом могу получить, только дав взятку? Кому? Человеку, который во время войны прятался за моей спиной. Мои фронтовые друзья погибли, чтобы землю защитить, а теперь эту же землю мне предлагают получить за взятку.
Кадын, иин. И потом уже добавляешь сахар. Такой мы едим. Тогда сократили, все, вы вернулись домой тогда. Мы договорились, что в случае чего, если что, у нас два танка трофейных стоят, да. Позвоним из дома, придете, поможете и так далее. Мы были в Кубатлах. Было тяжело. Вот тогда, по-моему, Сендер, через вас мы вышли на связь туда, а? Через визу. Вот дальше, как вы оказались через сутки в Кубатлах с танками? Через сутки. Я одну помню. Я хаш не наел, сразу бросил. Нет, ты расскажи. Кто тебе позвонил? Я хаш, я бросил. Я не знаю, как логика, по главным параметрам. Вы должны были через трое суток. Во-первых, день собраться, день завести, день погрузиться, сутки ехать. Кто тебе позвонил? Интегам позвонил. Так, что сказал? Ну, как начал вот говорить. Ты, короче, вот я не знаю до сих пор. Вот я до сих пор помню. Я поднял трубку, он говорит, салам, мужик. Я говорю, салам, не здесь, я говорю, я хотел. Хайрула. А уже ближай, да, ты мягче гайля. Хейл, да. Самое главное, что в этой дороге. Я никогда в жизни поезд не водил. Ну, машинист, он мне сказал, нажми, последние его слова какие были, нажимай на эту кнопку, чтобы не сработали тормоза. А он уже пьяный был, потому что не едет, медленно едет мужик, а требуется скорости. Мы ему пей, и говорит, вот эту кнопку, сигнал, пип, и чтобы она ехала постоянно. Может быть, три красных проскочили. На самом деле, давай я вот. Кнопочку нажимаем, может быть, прежде. Вот что самое интересное было. Мы один период туда ехали, да? У нас постоянно радиатор кипит. А мы как-то проезжали, и смотрим, большая водовозка стоит. Росли, постучались. Мужик оттуда выходит, такой довольно-таки солидный мужчина, все. Я говорю, там надо танк заправить. Он говорит, да, пожалуйста, нет проблем. Ну, вода стоит денег. Тогда это стало этой проблемой. В общем, как-то... То есть вы идете в бой, а они говорят денег. Да, вода стоит денег. Значит, он начал заправлять все это дело. И по дороге периодически нам же надо дозаправиться, чтобы доехать. В общем, мы его начали уговаривать. Он опять говорит, это невозможно, это плохо. Вот я должен солярку купить, я должен это сделать. Мы его уговорили, как всегда. И он ставит, да, и он ставит. И вот в таком сопровождении вот мы приехали. И за фронтовой друг. Давай, ну. Кир, подожди. Кирюх. Залез. Давай, ну. Кто там? Нас не понимают. Нас никто понять не может. И это не значит, что другие люди, вот не, ну, люди, которые не видели войны, они какие-то ущербные и так далее. Просто мы другие. Ты поверь мне, Рюшан, я знаю, как это тяжело. Дело в том, что вот афганская война, наша война. Вы помните, когда вот за нашей войны, Сережа, ждите, подпилевывайте. Мы будем не нужны, о нас забудут. И все это нормально.
Это нормальное проявление. Когда другой вариант, что, к сожалению, это не каждый вот приемлет для себя. То есть то, что мы сделали на фронте, мы можем говорить, что по сравнению с другими мы достойны там. А если смотреть нормально, чем достойны? Мы выполнили нормальный человек, свой долг. Мы выполнили свой долг. Мужской долг. За выполнение своего мужского, воинского, гражданского долга. Никто спасибо ждать не должен. Обидно, что они не сделали так, а это их проблема. Это уже не наша проблема. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы – понимание. Естественно, что тот, кто никогда в жизни не видел экстремальных ситуаций, не сможет понять. Понимаешь, не видевший гибели Титаника, не участвовавший в гибели Титаника, никогда не сможет понять, насколько это страшно. Грубо говоря. Не участвующий в войне никогда не поймет, что это такое. Напиши 10 книг. Напиши, сними 30 фильмов. Разъясни на пальцах, все равно. Это все равно, что глухому слепому объяснить, какого цвета снег, радуга и так далее. Фронтовика может понять только фронтовик. И в этом нет вины тех, кто в войне не участвовал. У каждого из нас разный взгляд на жизнь. Я про чужих не говорю. Они мои двое родные братья, да? Пять родных братьев. Когда они вот на, в общем, межрежном фронте, когда говорят, что армия, Qaradizdən danışın da babadan. Vot tank belə getdi, əskərlər qaba spiti ani pat buradır. Adem Moskvic çıxır bura çözür. Niyə adem ruk avtomat ni bura? Ya təqdə yapıram 02. Ha. Armiya getdik götürüb oturaydın da səngərdə. Niyə oturmadın? Ya da ondan sonra mən o məclisdə oturamıram. Mən fırlanıram çıxıram. Çünki yəni məqul. Mən şu qırağı demirəm, ay yenə deyirəm. Mənim əm oğlum da, doğma əm oğlumdur. Ну, было 5 нефер. И они нас обсуждают. Ну, это невозможно. Как их можно понять? Тот, кто не был на фронте, сегодня испытывает элементарную вещь. Хаджалять. Мы свое дело сделали. Честь наша сохранена. Совесть наша чиста. И нам этого достаточно. Пока. Пока. Мы живы. Армянин. Лучший армянин. Это мертвый армянин. Почему? Потому что это война. Война не кончилась. Война — это жертвы. И на войне не стоит моральный. Война — самое грязное дело. Это грязное дело. Мы должны идти вот этими руками. А грязное дело подразумевает убить противника. Вот другое время. Другой момент, что он попал ко мне в плен. Тут воинские законы. Я тебя взял, все. И тут за тебя я готов тебя кормить. Ты уже не противник. Да. Над пленным издеваться — это уже. Лучше его застрелить. То есть расстрелять. Не застрелить, расстрелять. Но издеваться над ним — это не воинское ремесло. Нет. Мы не палачи. Нет. Мы военные. Ведь мы же не проявили ни одного боя. Не, по сути, если взять ни одного. Кубатлах. Отошли на 800 и заняли и гораздо больше. И дальше. Наша часть не проиграла ни одного боя. Но мы проиграли войну. Часть не проиграла ни одного боя, но государство проиграло сражение. А почему?